Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Дракон и всадники Олуха. У нас 19 день, 75 миллионов рыбы. Забрали. Так, и побежали. Беззубик еще до сих пор в путешествии? Почему так долго-то? Интересно, ладно. Что нам здесь достанется? Опа. Это что за пак? А, это ареновский, просто ареновский пак. Громыль, душитель, парящий прихвостень. И все? Так, ладно. Родной, ты у меня полетишь. Да, ты у меня полетишь опять за железом. Нам нужно очень много железа. Практически они все теперь будут только работать на то, чтобы добывать ресурсы. Железо и тому подобное. Так, ну а с этими-то гаврюшами что? Сарделечка, ну-ка давай что-нибудь порадуй папочку. Так, заколочка, да? А по итогу нам выпадет руна, да? 4 штуки. Окей. Для сельской местности сойдет. Я не знаю, наверное, мы... Давай дальше в приключение отправим. В драконий край пускай летит. Так, ну что, Барсик, чем порадуешь меня ты? О, я думал, выпадет янтарь тусклый. Ну-ка, что же тут? Шестеренка, скорее всего, нам достанется. Или яйцо. Ну, яйцо это у нас, ребята, есть такое, было. Не помню, кто это у нас. Ужас, по-моему, да? Ну да. А, дрожжезуб. У нас уже в наличии есть, поэтому этого мы отпускаем. Так, и отправляем нашего барсика в приключение. Кривоклык. 25 шестеренок. Как настоящий викинг. Лети. Грамгильда. Ну, естественно, естественно. Янтарь. Что еще может быть? Какие награды, а? Нелепые, на самом деле, выдают. Так. Что-то тут у меня пригрустил. Беги быстрее за рыбой. Так, тут у нас блестящий янтарь. 4 штуки. И мы с тобой еще, наверное, закажем, да? Одну. Одну только можем. Так, давай смотреть дальше. В магазине что у нас там по обмену? Вот это я беру. Что такое обмен? Тут ничего нельзя сделать. Офигеть, 900. Откуда такие суммы на шестеренки? Я не знаю, ребята. Кому-то они тут, знаешь, валяются на земле. Давай-ка вот так и вот так. Так, я их пока никуда не могу, ребят, привлечь. Так что пускай пока стоят здесь. Лети за рыбой. Лети за древесиной. Так, принцесса Гнедов уровень получает. Так, этим за деревом. За деревом. Ну-ка посмотрим. Шепот смерти прокачается или нет? Да какой там прокачается? Ни один дракон сразу не прокачивается у нас, я вот заметил. Ни один. Иди обучайся. Тебе за рыбой. Там уровень получает. Смотрим дальше. Буйволорд почему-то у меня вообще ничего не делает. Странно. Давай-ка мы его отправим за рыбой. Пускай летит. Тоже один. Почему? А, мы у него, видимо, тогда забрали, да? 360. Слушай, ну у нас уже 38 железок. Худо-бедно мы с тобой настригли. Нормально. Так, сейчас мы здесь еще. Уровень. Ай-яй-яй. Так, ну а ты мне что тут в ожидании? Эть. Пускай летит. Давай-ка откроем с тобой пак. Бесплатный, конечно же. Я не знаю, есть ли у нас сейчас события, ребят. По идее, должно быть. Так, водорез. Ну, водореза я отпускаю сразу же, но он мне как бы и не нужен. Все, отпустили. Снеговика нашли, забрали. Так, теперь давай по дракончику по нашим легендарным пробежимся. Ну, тут понятно. Так, ну а ты что мне принес? Листочек, опять же. Угу.
Здесь мы открываем пак. Громобой, шторморез. О, Грэм Гильда. И последний ставим на открытие. Так, ну смотри, у нас с тобой 40 рун. Кузнечу сколько там будет прокачиваться? 8 часов, да? 8 часов. А что мы дальше хотели с тобой сделать? Ну, мы с тобой вот руны собираем, а потом что? Ладно, ничего, пока не будем делать этих 360. Так, давай глянем, во-первых, события. Доступно оно? Да, доступно, ребята. Подготовка, статистические данные. Ну-ка, давай посмотрим, короткая или длинная. О, коротышка. И пак в конце очень даже знакомый стоит. Ну что, попробуем пройти сейчас одной заходочкой, по-быренькому. Я думаю, что все шансы у нас, в принципе, есть. И заберем с тобой... Такс. Душитель, да, стоит тут у нас? А, две волны. Две волны у нас здесь. Ну что, начнем вот с этого. Это пока подождет, там постоит в сторонке. Как бы без него обойдемся. Угу. Да хорош уже, вот как начнут одного бомбить, и все, хоть ты что делай. Хильнемся, наверное, давай хильнемся. Он тоже, наверное, нет? Нет, у него не хватило энергии. Укус, и, судя по всему, добиваем его. Отлично. Ну что, колесо удачи, колесо фортуны, называй как хочешь, а достается нам 25 миллионов древесины. Это мало. Но в таких вот коротких событиях, вот именно такие, которые проходятся за раз, почему-то всегда дается мало ресурсов. Вот что я заметил. Ну что, пойдем драться за светлый янтарь или чистый. Всего... Так, ты опять здесь? Только не говори, что второй раунд будет такой же, как в первом. То есть крылатый ужас вместе с кем он там был у нас? Сейчас посмотрим. А это что делает? Ну да. А, тут их уже трое. Крылатый ужас. И тут уже стальной капкан идет. Так, тихо, 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 ребятушки. Хорош. Успокойтесь. Ну, шансов у них тут выиграть вообще нету, ребят. Раз, два. Лечимся. Кусаем. Даже если он сейчас фаербол там или что. Нет, все, парень. Это тебе уже не поможет. Хоть ты тут что усиляйся, хоть не усиляйся, а победа будет за нами. Ну-ка, что тут нам на этот раз выпадет? Опять древесина, да? Только 35 миллионов уже. Забираем с тобой чистый янтарь. Поединок у нас следующий идет. За 150 рун. Я хочу просто получить тот пак. Там у нас может выпасть железо, насколько я помню. Тут вообще пак чисто, по-моему, для... Ох ты! Естественно, ребята, вот этого в первую очередь. Хотя и это тоже достойный противник. Но лучше все-таки, блин, а это страж. Ай-яй-яй. Поздно я увидел. Поздно. Так, добьешь, Барсик? Красавчик ты мой. Так, там делаем понижение. Блин, мне кажется, что босс будет вот этот вот. В этой игре будет босс. Как его звать-то? Я уже и забыл. Запамятовал, как его увеличать. Ну, еще не легче. Еще не легче. Водореза, наверное, начнем бомбить для начала. Е! Минус водорез, теперь... Так, только не надо пламя. Блин, я думаю, сейчас он вжарит. Тогда не будем пока хилку тратить. Оставим, если что. Трать, трать. Ага. Это мы с тобой должны пережить. Да.
тому же я не тратил хилку для того, чтобы сейчас вот сделать лечение. А теперь уже атакуем по полной программе. Слушай, ну до следующего своего ухода он, в принципе, дожить не должен. Раз, два. Понижаем броню. Укусик сделаем. Козырно. Так, 75 миллионов древесины. Да, что-то одна древесина пока прет. Ну что, 150 рун забираем. Ну, а дальше у нас идет два поединка. Один обычный, и уже последний это будет с боссом. А мы сейчас еще посмотрим, что у нас, кстати, с тобой здесь есть. А есть у нас следующее. Две груши и 6 прилив сил. В принципе, ребята, этого должно хватить на любого босецкого. Конечно, хотелось бы побольше груш. Ну да ладно. Так, сейчас, по-моему, суперудар какой-то будет, да? Блин, мне барсика нельзя терять. Не дай бог это сейчас звезданет. Так, я думаю, не выживет он после следующей атаки, поэтому мне пришлось хинуть. Так, сделаем залечивание ран. Так, ну что, получается, кривоклык у нас уничтожает этого. У этого суператака будет. Естественно, удар хвостом. Причем довольно мощный. Блин, ты посмотри, как еще и выжил. Ну, зато мы успеем с тобой залечить раны. Так. Ага. Вот не люблю, когда вот так вот делают. Вот не люблю и все. То есть выбирай. Либо древоруб, да, либо шепот смерти. Ай-яй-яй, еще и Да ё-моё. Все, ребят, уже доигрался. Кривоклык, короче, меня подвел. Вот. Подвел тем, что он не смог добить. Я понял. А, он потратил. А я уже думал, сейчас древоруб сделает свою суператаку. Но нет, этот протратился все-таки отлично. Так, бомбим, кусаем. Получаем немножко звездюлей, но это ничего страшного. И добиваем уже этого халабуду. Все. Давай-ка крутанем. Ну вот, 125 миллионов древесины. Уже лучше, ребята. Уже можем кого-то отправить за железом. Так, ну и босс у нас. Давай посмотрим, кто там, что там, с чем там. Так, что под смертью. Ну, этот еще первый отряд, ладно, бог с ним. Справимся, в принципе, легко, должны. Берем шепота смерти в первую очередь на разборку. Не забываем, что нам нужно будет с тобой еще хильнуться перед второй волной. Тут просто делаем укус. Угу. Так, он не сделает никакого суперудара, потому что все нормально. Тихо. Так, тут, наверное, лучше нам вот так вот сделать. Теперь вот так кусанем. Я не стал добивать шепота смерти, потому что сейчас он в любом случае все равно погибнет. Вот от этого удара. Но мне не нравится, что тут, блин. Очень мне не нравится вот это, что тут происходит. Ну давай залечим раны. Сейчас опять сюда звезданет, ведь так? А, он просто укусиком решил. Ну тогда хорошо, мы его добиваем. И последняя волна. Такая нестандартная волна, если честно. Я даже не знаю, что делать. Ну, бомбить начнем, наверное, креветы все-таки. Залечим раны. Эх, чуть-чуть набили. Сейчас они сделают все по ходику. Суперудар? Естественно, естественно, суперудар. Зато кревету ничего не досталось. Добьем. Здесь укусим.
Так, опять ему попадается на суперудар. Неужели он сейчас сюда бомбанет, а? Слушай, повезло, что он в барсике переключился. Нам дает шанс отхиляться. Ну и спокойненько бомбить громобоя вообще. Я еще хильнусь. У всех фул хп почти. Так что, ребят, тут все, громобой здесь уже ничего не сделает. А мы с тобой проходим это событие. Крутим и забираем 50 миллионов древесины. И забираем, естественно, пак. Давай, давай, не жмись. Забрать. Ну вот, так, сезонный абонемент. 200 наград. Как ты получишь эти 200 наград, а? Не знаю, друзья. Но у нас 5 дней осталось всего лишь. Получите 7 разным... Поручите 7 разным драконам добывать древесину. Ну, в принципе, это же можно сделать 7 разным драконам. Так, а почему ты у меня... Лети. Вот и все, это мы с тобой сделали. Это еще 20. Отправьте Беззубика в путешествие один раз. А он у меня куда отправлен? Так, мы с тобой еще одну сделали. Хоп, 10 минут. Блин. Эх. Твою налево. Редкое яйцо. Отправьте в путешествие, да, сказали? Или куда? Подожди. Так, здесь заберем. В путешествие. Так, это уже новый день начался, друзья мои. Давай-ка, наверное, на паке откроем с тобой. Загадочный первый у нас будет, да? Так, монетки Одина. Шепот смерти, чудовище Громль. Плюс ресурсы. И вот этот вот. Смотри, у нас с тобой сколько заданий-то выполняет сразу же. Рыба, древесина, древесина, руны. Да. Так, блин, путешествие. Временные путешествия. Это вот оно и есть или нет? Эксклюзивный. Ага, это чисто для наездников, да, получается? Так, ладно, давай попробуем. Остальные у меня все есть. Ну, можно вот это, наверное, или... 150 рун требует. Да, это засчиталось. Ну, давай, 20. И тут 20. Так, ребята, еще 80 и, в принципе, все. Примите участие, так, получите, поручите добыть железо. Путешествие 5 раз. Во временное путешествие 3 раза, и это 50. Подожди, мы можем завершить это по-быренькому? Рыба, древесина, так, забрать. Поиск, опять же, да? Рагаран какой-то. Ну вот, путешествие. Да, мы его отправляем. Так, здесь забираем награду. И вот тут. Оу, оу. Сейчас две должно быть. Блин, 30 не хватает. Так, ну мне-то главное что? Да-да-да, друзья мои, мне главное получить вот это. Ну что, я нас поздравляю. Эй, ты спросишь, чем? А я тебе скажу. А я тебе скажу. Рогобой. Премиум. У меня такого нету. Я его покупаю, ребята. Да-да, я его покупаю. А вдруг он у меня есть? Ну, уже поздно, ребят. Тыринс. Новинка. Да. Нету у меня, ребята, его. Нету, не было. А теперь есть. Будет.
Сразу я его немножечко покормлю. Все, он пошел тренироваться. Все, сегодняшняя миссия у меня, ребята, выполнена. Круто, ну согласись, круто, мы получили с тобой. Это очень редко, ребята, у меня бывает, когда я получаю за событие премиального дракона. А тут все вышло. Ну и как видишь, в ближайшее время пока у нас никаких событий нету. Так что можно немножечко расслабиться, подкопить железо. Скоро тем более кузня у нас с тобой прокачается. Точнее не кузня, а склад. Склад прокачается. А вон, кстати, вон он. Плевака-то бомбит там. Великую кузню еще нужно прокачивать. Угу. Кто-то мне сказал, что я про Хейдера забыл. Ребят, я про Хейдера не забыл. Я просто сейчас ничего сделать... Где она у меня? Я просто сейчас ничего сделать с ней не могу. Да ё-моё, где у меня Хейдер? В каком плане я не могу с ней ничего сделать? Ребят, ну... Мне нужно найти или купить... Для нее дракона. Дракон этот очень дорого стоит, если брать его за руны. А если его где-то искать, этого дракона, ну, я не знаю, ребят, по-моему, мне его... Не могу я найти Хейдер, короче. Вот. Дом построен, вот, Розу Ветров. То есть 9000. Где ее добывать другим способом, я не знаю, ребят. Но за 9000 рун это, конечно, это очень... Это очень круто. Дорого, ребят. Ну что? Лети. Так, а у нас древесина же еще есть, да? Поэтому за древесину можно кого-то еще отправить на поиски. Вот, например. Хоп. Еще получили с тобой выполненное задание. А следующий там что будет даваться нам? Ага. Груша. Вот, ребята, что можно было бы получить. Если ты, конечно, вот это вот все. Но это, мне кажется, нужно все задания выполнять без остановки. Да. Ну что, друзья мои, на этом я буду закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.